Всем привет! Это интернет-магазин Викинг Бутс. Сегодня у нас будет обзор на модель Викинг Ретро. Это летние кеды. Они были выпущены специально к 100-летнему юбилею норвежской марки. Модель выполнена в цвете хаки, идет как в детских, так и во взрослых размерах до 46-го. У меня в руках сейчас 40-й размер. Цены на взрослую и детскую модель на нашем сайте сейчас одинаковы. Мы считаем, что это отличная новость, так как у детей нога сейчас растет очень быстро, и уже в старших классах может быть большой размер. Внешняя часть изделия здесь выполнена из текстиля. Есть вставки из искусственных материалов в наиболее уязвимых местах. Сами кеды довольно легкие, подойдут для прогулок летом. Внешняя часть хорошо пропускает воздух, поэтому стопы не потеют. На верхней части расположена шнуровка, сзади есть петелька для быстроты и удобства переобувания. Подошва натуральная резина, здесь мы видим логотип Викинг, он выполнен в ретро-стиле. Как мы уже сказали, это особенная модель, которая была выпущена в честь дня рождения бренда. Здесь много необычных деталей, например, такой дизайн стелек. Они съемные, их можно вытащить и при необходимости просушить. Также стоит отметить, что есть небольшой загиб под пяточку, ориентировочно 0,5 см. Этикетка такого плана на обуви Викинг означает, что модель можно стирать в машинке на деликатном режиме при температуре воды до 30 градусов. Посмотреть актуальное наличие и оформить заказ на кеды Викинг Ретро можно на нашем сайте Викинг Бутс по активной ссылке, она будет под этим видео.